Ну, начнем с того, что так много лжи, эта ложь и фальшь льется такими потоками, что вообще перестаешь как-то воспринимать. Вот, например, меня, например, так тошнит, что я не хочу уже ничего знать. Я любознательный человек, я любопытный, мне интересно. Я не могу. Меня тошнит физически. И тошнит меня не от того, что это разбежевание. Это оно потом разбежевание. А сначала именно от невероятного обилия лжи. Есть ложь откровенная, совершенно просто наглая. Есть фальшь, когда люди сами уже не понимают, они говорят то, что думают или нет, уже сами не знают. Сейчас миром правит ложь. Она выражается, допустим, в России в телевидении, потому что не так другое, не так распространено, как телевидение. Там, ну, просто источники основные. Здесь тоже по телевидению, между прочим, вот вам, пожалуйста, CNN, Fox News, и тоже все то же самое. Но еще плюс по интернету, который очень распространен и по которому возникает такая страшная путаница, такая каша. Знаете, вот у меня друг был тут, священник один, он католик и православный. Он и так рукоположен. Он говорил, что он говорил, я ничего уже не понимаю. Очень большая умница, между прочим. Умный человек. Он говорит, это невозможно. Понимаете, вот в этом смысле это театр, дурной театр. И от того, что люди знают отлично, что они лгут, ну отлично просто, просто заведомо. И чем больше у них темперамента, тем больше они лгут, значит, тем больше они лгут. Потому что человек, который, ну, лжет, ну, допустим, подозревает, что вдруг немножко правды, он не будет столько эмоций выдавать. Я смотрю, депутаты этих самых, эти, как они, дебаты депутатов. Кандидатов. Да. Ну что же вы так захлебываетесь? Ну скажите достойно то, что вы считаете нужным. Или я смотрю по российскому каналу, смотрю, мне любопытно, что не то, что я увижу, а что смотрит народ-то. Я хочу понять, что они смотрят. Говорю, Собчак дура. Мне моя подруга говорит, нет, она умная. Она стерва, но она умная. Я говорю, нет, дура. Плюс к тому, что она стерва, плюс к тому, что у нее живого слова нету, она еще дура. Ну почему? Я говорю, потому что умный человек вести себя так с людьми, как будто она учительница 5 классов, не будет. Умный человек не будет. Поэтому, поскольку все уже в откровенности пребывают,
то это уже ложь такая, знаете, есть, говорят, во спасение, ложь есть, да. И, может быть, есть вещи, которых не стоило бы так вот без конца говорить. То, что наш президент Дональд Трамп не любит средства массовой информации, о, я их тоже не люблю. Вы знаете, когда были выборы в 2018 году, я лежала в больнице, в госпитале. Около меня сидела нянечка, которая там была, и мы с ней смотрели выборы по телевизору. И все бы ничего. Даже Трамп и даже Хиллари. Но что творилось с журналистами? В 16-м. В 16-м, да. Нет, как? Ой, я уже все... Ну да, в 16-м, да, 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 да. Они, у них уже слюна капала. Вот так вот все. Я на них смотрю. Смотрю в России. То же самое. Я не вижу разницы. Вот ужас-то в чем. Если бы я могла определить, что вот это вот так вот все, а вот это вот по-другому, не, одно и то же все. И тут я хочу сказать об одной вещи, которая очень важна. Есть такое понятие в психологии – жало истины. Это значит, что кто-то говорит нечто, против чего нельзя возразить. Ну, и вокруг накручивается столько уже лжи и фальши, что человек теряет соображение и начинает, что сейчас это используется. Сейчас сделают все эти поправки в России к Конституции в одном пакете. Будет написано, что хорошо бы этим самым детям давать завтраки, а вокруг будет снять и будет теперь у нас, значит, Госсовет. Понимаете, что делается? И люди проголосуют за эти, за эту подачку этих завтраков. Я вот когда это вот вышло, я думаю, боже мой, ну хоть бы кто-нибудь сказал бы, не надо нам подачки, давайте зарплату нормальную. Не надо нам это. Нет. Да, вот это очень, да, да, вот это, ну. Мне пишет мой бывший студент, 27 лет человеку. Он мне пишет, если бы я не поступил в институт и не начал читать, я был бы точно такой же, как они, и также хотел бы жить в этом рабстве. Здесь свое, по-другому, естественно, по-другому. Естественно. Ты за кого голосовала? За Сандерса. Зачем? Ну, потому что он обещал, что все будет бесплатно. Что бесплатно будет? Вот как оно тебе будет бесплатно? Расскажи мне. А кто платить будет? Ну, государство. А государство где возьмет? Тумбочки? И вот это вот бесконечное поливание грязи, отсюда, то, что спросил меня, про художественно. Отсюда оно и есть, потому что им за это платят большие деньги. Эстраде, например. Они тоже творцы. Они творят. Зайка. Как у них там. Это я не слышал никогда. Я только все время слышу, что говорят про это. Понимаете? Это чудовищно все. А главное, не важно, какие слова там скажут. Важно, что забьют мозги. И вкус попортят. А плохой вкус – это очень важная вещь. Потому что вот такой замечательный немецкий поэт – как Фридрих Шиллер,
Это было давно, это не сейчас. Это было давно. Понимаете, который говорил, надо поучать, развлекая, и развлекать, поучая. Он говорил о роли этики и эстетики. И говорил, человек с хорошим вкусом и высокой эстетикой не может совершить чудовищного поступка, потому что это некрасиво. Ну вот посмотрите, что произошло с Германией, допустим, да? С немецким фашизмом. Народ воспитанный, в прекрасной литературе, в прекрасной философии, моментально озверел. Моментально. Почему? Потому что бабки. Исключительно по этой причине. Грабьте магазины, все принадлежит вам. Как сказали слово «принадлежит», так и понеслось. Это не значит, что все должны быть совершенно... Вот в какой-то сейчас стране, в Бельгии, да? В Бельгии, значит, порешили, что ввести уголовную ответственность родителям, которые будут воспитывать детей в гетеросексуальности. Вообще, слышите, что происходит, нет? Какие-то родители один, родитель два. Я отнюдь не призываю кого-то преследовать, совсем наоборот. Но это же чудовищно. А все бабки. Сейчас это лоббировать, сейчас будут закон лоббировать. Лоббировать – это платить. Что такое лоббировать? Это что, каждый выходит и от щедро душевных говорит что-то, что ли? Ему платят, он говорит, с удовольствием. Может, даже посмеялся. Проголосовали. На этом заработать сейчас можно на всем. На всем, особенно когда ложь. Или чушь какая-то несусветная. Сколько людей говорило правду. Вот, пожалуйста, сейчас мальчики эти несчастные, которым по 18 лет там присобачили строгого режима. Дело сети, да. Что это такое, дело сети? Ну вот сейчас поднимаются, правда, как-то много, и не знаю, но исключительно Москва, Ленинград, Екатеринбург. Страна же не поднимается. Да черт с ними. Значит, что-то было, как у нас говорили всегда. Дым без огня не бывает. Это надо такое написать. Они планировали планировать. Это... Ну вот, пожалуйста, кушают. Это что такое вообще? Стоит девочка сейчас вот... Сегодня видала, значит, ну, наверное, лет 17. Она стоит, у нее плакат. Что теперь меня можно взять сегодня и посадить? Можно. Можно. Они лгут. Просто преступно лгут и все. Что значит полицейские? Чего они нашли там у него? Они у него нашли ружье, что ли, на котором нету его отпечатков пальцев. Ну, я и говорю, подкинули, да? Ну, если нет его отпечаток-то. Ну, да. Ну, так что? Я понимаю, никаких нет отпечатков. Все стерли. Ну, там же ваши отпечатки-то есть. Я понимаю, может быть, совсем не быть никаких
ах ты паразит, все стер. А значит, все-таки они же его трогали, на нем есть отпечатки пальцев. Нашли книгу Кропоткина. Нет, ты слышал что-нибудь подобное, нет? Вот так их спросить, вы кто такой Кропоткин? Они не знают. Они анархисты, ребята, да. Молодежь сплошь анархисты, если хочешь знать. Молодежь в принципе не приемлет власти. Это не называется дело сети. Молодые ребята, они пошли бы нафиг своей властью. Все. Нет, они планировать сделать теракт по отношению к Путину и этому футбольному, этому, как там называется, чемпионату. Где это написано? Что это? Что это такое? Где они планировали? Кто сказал? Ничего нету. Они признались. Ребят, я училась в юридическом институте. И у нас преподавал Андрей Януарьевич Вышинский, который был автором под названием, такой системы под названием «Признание царицы доказательств», после чего это было отменено громогласно. Вот как Хрущев пришел, вот отменили вот это вот, что признание не является. Признание обязательно должно быть объективными какими-то вещами подкреплено. Они говорят, нас пытают. Есть свидетели даже, что их пытают. Это не принимают к рассмотрению. Это как? А насчет проплаченности я никогда не знаю. Ты знаешь, это так испохаблено в России, что стоит кому-нибудь сказать правду, как говорят, что он проплачено, и сразу. Вот, заметьте, кстати. Правда очень стоит дорого это. Говорить правду, это очень невозможно на этом нажиться. Нажиться нельзя. Поэтому вот это вот самое... Я опять же выступаю за театр, потому что театр истинный воспитывает свободу. И только свобода может дать вообще какой-то... Вот спрашиваешь меня, какой, есть ли какой-нибудь... Вижу ли я какой-нибудь выход или не выход, хотя бы стремление к выходу. Нет, я только понимаю одно, что это только свобода. Но этот человек должен захотеть быть свободным. Если он не хочет, то он будет делать вид, что он свободен на всякие чихания. А я сказал, как в старом анекдоте, ну вспомни. У нас демократия, да? Я могу выйти на улицу и сказать, долой там Трумана. Он говорит, ну и чего, я тоже могу выйти сейчас на Красную площадь, сказать долой Трумана. Все. Человек свободным быть, не знаю, в России, по-моему, уже... Я очень хорошо относился к русскому народу всегда. Я очень много ездил, я со многими встречалась. Талантливые люди. Но ничего не будет. Сейчас уже абсолютно все вошли в эту вот... То, что говоришь, невозможно. Даже с близкими людьми невозможно разговаривать уже. Невозможно. Не знаю, я ничего не вижу. Я не вижу впереди ничего. На этой светлой ноте я могу закончить.